мне кажется, вы что-то потеряли. Да, спасибо вам большое. Анастасия, всякая ли женщина в душе чуть-чуть шамаханская царица? Мне кажется, да. Потому что каждая женщина за счет своей невероятной красоты может поменять любую ситуацию в те русла, в какие она хочет. Анастасия, у вас в партии, в этой арии «Шамаханская царица» верхняя нота ми третья октава. На мой взгляд, это довольно высоко. Но вы ее взяли совершенно не задумываясь. Как вы достигли такого? Какому ангелу музыки вы помолились? Мне кажется, это просто когда-то еще в детстве Боженька поцеловал меня и даровал мне такую возможность, такой голос. Сейчас у нас проходит постановка «Летучая мышь», и с концертмейстером мы разучиваем партии. И в один прекрасный момент, когда я пела третью арию «Адель», я случайно ушла не на соль второй октавы, а на соль третьей октавы. Как некоторые шутят люди у нас в театре: «Настя, ты инопланетянка». Анастасия, ваши родители тоже инопланетяне-музыканты, как и вы? Так получилось, что моя мама когда-то мечтала стать певицей, и она даже поступала в институт, в котором я училась. Но вот как-то так получилось, что певицей стала ее дочь. Зато все те силы, все мечты она вложила в меня, и я их уже исполнила. А с чего начался ваш путь в музыку? Ой, у меня все как-то очень скучно, потому что я всегда была в музыке. Я в 9 лет пришла в музыкальную школу, так как еще в начальной школе было много конкурсов, посвященных там музыке, в ДК. Я помню свое первое выступление с преподавателем музыки, после чего она просто мою маму направила и сказала, что Насте надо идти в академический вокал. Баловались ли вы популярной музыкой? Баловалась. Я помню, как меня ругал мой первый преподаватель по вокалу. Настя, умоляю, только не надо эстраду, не порть свой голос. Но сейчас я даже благодарна тому, что когда-то я начала петь эстраду, потому что сейчас мне это очень помогает. Потому что я не только в операх и оперетах участвую, я участвую еще и в мюзикле. Анастасия, как вы познакомились с Евгением? Мы познакомились в институте. Мы учились у одного преподавателя. Я пришла на первый курс колледжа, он института. Я помню, как он заходит, голубоглазый блондин, очень-очень красивый. Конечно, я сразу обратила на него внимание. Но я помню тот урок, на который я к нему попала, когда он занимался. Первый раз я услышала Женин голос. Я просто была в невероятном восторге. Для меня это просто на тот момент казалось, что все это величайший тенор. И сейчас до сих пор я так думаю, что мой муж самый лучший, с самым прекрасным голосом, с самым великолепным тембром. То есть, иными словами, первым был голос. Я думаю, да. Ра
Здравствуйте. Как можно я как-нибудь здесь с вами? Вас только и ждали. Приземлюсь, да. Да. О, вот еще один герой. Вот еще один. Привет. Нашего времени. Всем. Да. Ничего себе. Вот. Позвольте личный вопрос. Да. У вас жена красавица, спортсменка. Вы комсомолка? Комсомолка. Комсомолка. Наверняка у нее огромное количество поклонников. Как вы, ревнуете? Относитесь ли вы ревностно к этому? Очень интересный вопрос. Давайте послушаем. Я нормально отношусь. Ну, пока никто не перешел черту и грань из этих поклонников. Поэтому нет, я нормально к этому отношусь. Анастасия, у Евгения наверняка не меньше поклонниц. Не меньше. Я не так спокойно отношусь к этому, потому что я очень... Девушка ревнивая. Как настоящая шамаханская царица. Настоящая шамаханская царица. Мой, значит, мой. Нет, на самом деле, Женя же был уже большим артистом, так скажем, в Челябинске. У него было очень большое количество поклонниц. И как-то мне пришлось постепенно к этому привыкнуть и начать спокойно реагировать на это. Скажите, два солиста, два ярких, красивых голоса. Чей голос главный в семье? Мужа. Мой. Ну, конфликтов прямо у нас никогда не возникало. Всегда как-то у нас гладко, да, Жень идет. Единственное, мне вспомнилось на постановке «Травиаты», когда уже мы на сцене начинаем немножко ругаться. Я помню, Эльмира Физовна, помнишь? Ребята, пожалуйста, только не ругайтесь. Потому что, вау! Потому что если мы ругаемся, то... Это очень громко. Ну, это просто громко. Это не значит, что это... Да. Это поставленные голоса. Этот маленький хулиган тоже станет музыкантом? Как вы думаете? Тёма, кем ты станешь? Ещё потом будем. Мы не знаем точно. Если честно, вот мне самой очень интересно, кем мой ребенок будет по профессии. Главное, чтобы он был хороший человек. А там уже... Мы, я думаю, его поддержим. Вы знаете, вы прямо находитесь в рамках классической музыкальной гармонии. Красивые, молодые, яркие. Скажите, в чем главный залог такой вот семейной гармонии? Мама, пока. Мне кажется, это мама. Много составляющих. Мама, самое главное, что мама. Могу назвать, это уважение к своему партнеру, да, там, жене, мужу, даже к ребенку, да, то есть. И... Должна всегда царить любовь и спокойствие. Для меня просто семья. Семья рядом и все. И мне больше вот ничего не надо. Сейчас хочу. Внутри, правильно я сказала. Ну, прощать надо все. И всем. Ну, конечно же, в семье должна быть гармония, музыка, чтобы... Ну, в принципе, нас музыка и связала в жизни. Да. Совместное музицирование дарует нам эту гармонию и любовь в нашей семье. Partirono le rondini dal mio paese fredda senza sole, cercando primavera di viole, nidi d'amore di felicità. Scordarti me, ma vivi
дискорда.